лягушки и жабки – слабость моего детства. Я любила лягушек, жабок и маленьких, и больших ловить и бежала к своей бабушке показывать ей птичку. Кричу: «Бабушка, птичка, бабушка, птичка!» А бабушка боится этой птички. Она требует, чтобы я ее отпустила, и я бежала выпускать. Потом другую ловила и опять бежала и кричала: «Бабушка, птичка!» А жили мы в Красном Бору. В то время это был березовый, как бы старый-старый лес. Там были у нас бараки. Это самое интересное время нашего детства. Сейчас я лягушку в руки не возьму. Я их боюсь. Вторая моя слава с детства – это гуси. Я их не боялась. А они не боялись меня. И у нас была война. Гуси были большие. На фотографии видно вдалеке гуся. Я брала пруд и гоняла их. Некоторые зрители мои недовольны, что я не показываю себя в лесу. Вот я и показываю себя сейчас. Сделаю отдельное видео, где я брожу по лесам. Или в ресторане, где мы развлекаемся, отдыхаем. А в лесу я показываю грибы, лес, путешествия и природу. И незачем мне тратить время на себя любимую в лесу. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи!